Доброго времени суток, планшетик. Даже не знаю, как его правильно назвать. iOS Terz какой-то. iOS Terz T80 3G. Китай. Вот так вот он странно не включается. Вообще не включается. А на зарядке ведет себя вот так вот. Выдает вот такие кратковременные окошечки такое. И все, и больше ничего, никакой больше реакции. Вот. Не заряжается, долго стоит. Сейчас разберем, посмотрим, в чем причина. Разбирается он довольно туговато. Никаких креплений ни здесь, нигде нету. Я вот с этого края начал, с верхнего. Поддел уголочек и пошел по кругу. Вот так вот. Достаточно туго. Крышка алюминиевая. Крышка алюминиевая. Так что аккуратней. Сейчас будем смотреть. На батарейке 3,06. Подключим зарядку сейчас. Дает 3,06, подключили зарядку. Вот он включился, моргнул, как это было. Не идет зарядка на батарейку. Вернее, идет, но падает. Будем дальше смотреть. Ну, я так и думал. Батарейку родную отпаял, припаял другую. От другого планшета такая просто, от разбитого планшета. Вот. Теперь зарядку, если втыкаем. Он уже у меня полчаса на зарядке простоял. Немножко, чуть-чуть прям подзарядился. Та севшая была, которую я поставил. Вот идет у нас зарядка. Если мы нажмем кнопку питания. Все, планшет у нас живой. Ожил планшет, начал работать. В общем, сейчас никаких там проблем с электроникой нет. И вот он, заработал планшет. Просто поменяю сейчас батарейку и все. То аккуратно сниму. Она негодная. У меня еще здесь есть негодная. Вот негодная. Или какая-то из них. Это была спаренная батарейка от Ritmix. Вот это была. Они были спарены вот так вот. Одна из них вот эта вот негодная. А вот эта нормальная. Наверное. Вот таким вот отсюда я беру батарейки для этих планшетов. Ну все, планшет рабочий, сейчас батарейку меняю, собираю и все.